Ладно, начнем, да, урок тогда? Да. Так, здравствуйте, ребята, еще раз. Здравствуйте. Сегодня у нас какой предмет, значит? Предмет русская литература, да? Да. Предмет русская литература. И тема у нас, какая тема? Я вам уже ПАВН отправила. Литература духовного сопротивления, да? Литература духовного сопротивления. Или же возвращенная литература, на примере писателей Мандельштама и Пастернака. Многие из вас уже ознакомились, да, самостоятельно. Самостоятельно ознакомились многие из вас. Так, 10 участников. Слышно меня, ребята? Да. Да, слышно. Алло, как слышно? Сымак. Все слышите, да, меня? Видно, да? Да, слышно, слышно. Да. Так, значит, возвращенная литература, да? Или же литература духовного сопротивления. Почему я вас здесь всех собрала? Потому что это очень довольно сложная тема. Здесь связана с литературой, с историей, с историческими событиями. Поэтому я вас здесь собрала, чтобы вам объяснить более простым языком, да? Так, какие у вас вопросы возникли? Сразу же, прочитав тему. Вроде никаких. Какие вопросы возникли у вас, ребята? Слышите меня? Да. Да. Так. Саймок. Давайте, ребята, наверное, вы спросили бы у меня, с какими событиями связана, да, возвращенная литература? С какими событиями связана? Так. Или же какие сейчас откроется. Сейчас откроется, ребята. Какие писатели писали в это время, да? Так, что они пережили? Вот, об этом вы, наверное, хотите узнать, да? Так. Тема нашего урока, значит, как? Литература духовного сопротивления, да? Значит, да. Сегодня мы что делаем, ребята? Сказать слово для вопроса. Угу, сейчас. Значит, мы сегодня ознакомимся, значит, с периодизацией русской литературы 20 века и познакомимся с термином «возвращенная литература» и помочь учащимся понять причины и смысл эмиграции, да? Почему наши писатели эмигрируют? Да. И
На примере писателя Мандельштама и Пастернака мы что делаем сегодня? Рассматриваем, да, вот эти темы. Mm-hmm. Так, значит, периодизация русской литературы 20 века, значит. Это связано с историей. Так, русская литература 20 века прошла несколько периодов. Видно, да, мой экран? Да, видно. Да. Каждый из которых отмечен своеобразием общественно-политических условий и эстетических направлений. Так, например, первый период — это до 16-го года, то есть до революции, да, до революции. И второй период — это 1917-го и начало 30-х годов. В это время как характеризуется, да? Разделением русской литературы на два потока — литературы эмиграции и метрополии и развивающихся в условиях социально-политического и географического размежевания. В это время в русской литературе существовало что? Относительная свобода, которая выразились в многообразии течений, школ, направлений, да? Все направления течения почти относятся ко второму периоду. Третий период у нас 1930-е годы и первая половина 50-х годов. Так, и вторая, здесь что мы можем? Вот наша возвращенная литература вот относится к третьему периоду, ребята. Здесь есть что? Начали, да? Начали уже 50-е годы, уже начали что? Печатать запрещенных писателей, да? Запрещенные их произведения, например. 50-е годы уже во власть кто пришел? После Сталина. Мельников, но после Мельникова сразу Хрущев, да? Хрущевская оттепель. Вот в это время уже чуть-чуть начали печатать наших писателей, да? Потом новейший период, это уже 1986 года начинается, уже начали печатать, то есть вернулись все наши запрещенные писатели, уже вернулись, да, всех печатали, и мы все произведения нашли своих читателей. Понятно, да, ребята, периодизация? Да, понятно. Да? Теперь возвращенная литература, ребята. Возвращенная литература, значит, это что? Термин возвращенная литература. Поняли, да, уже? Это возвращенная литература, уже возвращенные писатели, да, которые... Вовремя, их произведения. Да, во время Сталина запретили, да, их печатать. Это целый пласт русской поэзии, прозы, драматургии, публицистики, который долгие годы был отторгнут от широкого круга читателей, да? Этот процесс отторжения начался когда, значит? Да, 20-е годы, когда вводилась жестокая цензура. Цензура. Что такое цензура? Знаете? Да, это знаем, но не можем объяснить. Как не можете объяснить? Ну, это цензура, на которой проверяют книги. Да, контроль, да?
Имя заведения. Да. Контроль произведений. Позже он нарастал и усиливался. Многие литературные произведения попали в разряд запрещенных. Они не издавались, не доходили до читателя. Они как бы не существовали. Да, ребята, молодцы. До революции большевики активно выступали за свободу слова и демократические права, но после, придя к власти, они что делали? Уже запретили, да, опасаясь контрреволюции. Они запретили многим писателям, которые писали правду, они запретили печатать свои произведения. И многие писатели вынуждены были покинуть родину. Управление, короче. Да. Управление, короче, да. А что их запретили? Значит, ребята. За правду, да? Они опасались правды, наверное? Да. Они писали правду. И поэтому и вот они за их запретили, да? Их посадили. Да. Угу. Одни оказались в этом обширном ряду из-за своего содержания, несовместимого с идеологией тоталитарного государства. Другие оказались в связи с судьбой их автора. Так надолго было вычеркнуто творчество всех писателей, оказавшихся в эмиграции после 17-го года. Да? В 17-м году какая революция произошла, ребята? Давайте вспомним. В 17-м году. Октябрьская, да? Октябрьская революция. А, да. Многие из этих запрещенных писателей не приняли эту революцию. Почему? Не сложно. Сегодня даже трудно поверить, что существовала целая история русской литературы 20-го века, которые даже не упоминались или упоминались с сопровождением бранных слов, такие как Гумилев, Бунин, Булгаков, Цветаева, Ахматова и многие-многие другие писатели. Тем не менее, эта литература существовала и отразила полный трагических противоречий страшных век судьбы людей, оказавшихся его жертвами, попавшими под колесо истории. Вот именно они писали правду, именно они, что передали нам то чувство, которое люди испытывали тогда, да? Так, лишь со второй половины 18-х годов и отчасти 1960-е в связи с потеплением политического климата, то есть вот Сталин умер после смерти Сталина, во время хрущевской оттепели уже начали что? Печатать, да? Печатать начали. Да. И пик... 90-е годы возвращенной литературы, 90-е годы, всех писателей уже что делали? Писали, да? Да, печатали, опубликовали, да, их произведения. То есть в 90-е годы уже начали печатать запрещенные произведения, да, и... запрещенные произведения, запрещенных писателей, да. Многие из них умерли в это время. После смерти их, да, печатать начали их. Так, вот эти Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Цветаева, Михаил Булгаков, Борис Пастернак. Их много, ребята. Например, Борис Пастернак, да? Да. Борис Пастернак. Вы должны были подготовить сообщение. О,
Борис, полное имя Борис Исаакович Пастернак. Он родился 29 января. Да. Это по старому календарю, по новому 10 февраля 1890 года. Место рождения Москва, Российская империя. Дата смерти 30 мая 1960 года. Он умер в 70 лет. Место смерти Переделкино, Московская область, СССР. Он был поэтом, прозаиком, переводчиком. Его годы творчества 1911 по 1960. Язык произведений. Он произведения писал на русском, а также на немецком. Его дебюты стихотворения, все стихотворения в сборнике «Лирика» 1912 год и первый авторский сборник 1913 год. Премия, Нобелевская премия по литературе. Молодец. Баэль, это ты, да? Да. Угу. Молодец. Кто еще здесь есть? Кто слышит меня? Масалбек? Да. Слушаем вас. Не читал это произведение? Я вам по Вену заранее отправила, что вы подготовились, да, к уроку? Так, среди них и Марина Светаева была. Не менее трагичной была судьба Марины Светаевой. Так, взрослая, зрелая жизнь Марины Светаевой прошла в лишениях и одиночестве, да? Лишь фанатическая преданность поэзии мирила ее с всегдашним бытовым и душевным неустройством, придавала ей силы переносить удары судьбы. Так случилось, что 17 лет она прожила за границей в Германии, Чехии, Франции. Эти годы стали испытанием духа, характера, таланта. Так, она тоже покончила с собой, она потеряла близких, да? Друзей потеряла, мужа потеряла, дочь в лагерях, и она тоже покончила с собой. Существует легенда о том, что она покончила с собой в минуту душевной депрессии, но это не так. Она, ее что делали? Письма вскрывали, телефонные разговоры подслушивали, каждый мог оказаться предателем, каждый собеседник – доносчиком. И она вынуждена была, чтобы покончить с собой. И Борис Пастернак тоже, да? Пастернак тоже был жертвой возвращенной литературы, то есть большевиков, да? Так. Так, в 1958 году Пастернаку была присуждена Нобелевская премия. Но его тоже заставили отказаться от этой премии. Он вынужден был. Потом у нас идет Михаил Булгаков. Всех-всех-всех мы после, на следующих уроках мы изучаем, ребята. Сейчас коротко, да? Коротко. Михаил Булгаков тоже собирал отзывы о своих произведениях, клеивал их в альбом, среди них по счету там было 298 отрицательных и только 3 положительных. Так, и Осип Мандельштам тоже, да? Осип Мандельштам. Кого слушаем? Кто подготовил сообщение о нем? Я когда спрашивал этот
Сымах сказал Мандельштам, и я этот в интернете загуглил. Там этот мне вышла информация про Иосифа Эмильевича Мандельштам. Я про него написал. Ага, хорошо. Перепутал. Мандельштам тоже родился, он тоже был жертвой, да? В 1891 году родился в еврейской семье. Отец Эмиль Мандельштам, купец первой гильдии, мать тоже, она увлекалась музыкой, так, и так далее. Она потом подружился с Мандельштам, подружился с Гумилёвым, муж Ахматовой, да? И потом с Ахматовой тоже подружился. Так, потом что? В 14 году Гумилёв и других друзей Мандельштама записаться в армию добровольцами. Сам поэт отправился в Варшаву, чтобы работать на фронте медбратом. Однако это не вышло, и он возвращается в столицу. То есть в 14 году. Какое событие произошло в 14 году? Это связано с историей, ребята. Поэтому вы должны что делать? Знать, да? В 1914 году уже Первая мировая война, да, была. Но его что делали? Обратно отправили. И он, приехав, познакомился с Мариной Светаевой, и они вместе работали. Так, потом, в 22-м году он встретил свою любовь, Надежда Хазина, и они поженились, да? В этом же году он выпускает книгу. В 24-м году стихотворение, и в этом году он вынужден был уехать из Москвы. Чтобы как-то прожить, поэт работает в газете «Московский комсомолец», живет в маленькой квартирке. Так, он принимает идеалы революции, но отвергает власть. Да, почему многие писатели не принимали революцию? Как вы думаете, ребята? Алло. Да. Да, я слышу. Кто? Так вот, потом он выпускает свой стих «Мы живем под собою, не чуя страны» против Сталина. После этого его что делали? 13 на 14 мая Мандельштам был арестован уже сразу же. Приказ Сталина, подводящий итог к следствию, был изолирован. Да, изолировать, но сохранить. И ее отправили в далекий поселок Чердынь, куда его сопровождает жена. Желание и попытка покончить с собой не получилось у него. Так, потом вмешались друзья, обратились к Сталину и получили разрешение для Мандельштама жить в любом городе, кроме Москвы и Ленинграда. Мандельштам выбрал Воронеж. Жить поэту оставалось 4 года. В Воронеже Мандельштаму живется трудно, нет работы, нет общения. Но появляются друзья, рождаются стихи. Здесь тоже он писал. Не
Воронежские стихи, созданные между 35 и 37 годами, проникнуты духом неповиновения, да? Так. 1937 года истек срок воронежской ссылки. Поэт провел еще год в окрестностях Москвы, пытаясь добиться разрешения жить в столице. Так. В 1938-м его перед восходом солнца его снова арестовали, приговорили к 5 годам каторжных работ и отправили куда? В Западную Сибирь. Он умер 27 декабря 1938 года. Ему было 47 лет. Как вы думаете, в чем была вина Мандельштама? Алло. Да. Почему его арестовали? Потому что он писал против Сталина, да? Да, против Сталина. Угу. Так, закона. Теперь давайте рассматриваем список иммигрантов, ребята. Список иммигрантов из числа знаменитых людей России. Вот. Видно, да? Да. Орлов Борис Петрович. Так. Чехов Михаил Михайлович. Фокин. Иван Александрович. Так, Шмелев Иван Александрович. И так далее. Осип Николаев Графович. Набоков Владимир Владимирович. Знаем, да? Да. Так, тут вопрос, ребята. Давайте выразить одним словом то чувство, которое посетило вас при взгляде на этот список. Какие чувства посетили вас? А? Нет слов. Нет слов. Нет слов? Да. Злость. У них жизнь была у них трудной. Там этот, из-за правды их этот, в тюрьму сажали, все такое убивали. У них нет слов. Да. Молодцы, ребята. Так, значит, сейчас я вам покажу, ребята. Сейчас я вам покажу писателей. У меня здесь есть или нет, не знаю. Сейчас я вам подготовила презентацию. Разрешенная литература, значит, конец 80-х, начало 90-х годы, да? Да. Так. Период оттепели, как вы понимаете? Период оттепели. Хрущевская оттепель. После Сталина вот возглавил. Там этот, начали печатать произведения, которые правду были. Да? Сталина начали, да, печатать. Так, вот Гумилев. Муж Ахматовой, да? Так, да, дальше. Да. Бунин, Иван Бунин. Видно, да? Да. Он тоже входит. Максим Горький. Замятин Евгений. Михаил Булгаков.
Андрей Платонов, Анна Ахматова. Дальше Борис Пастернак, вот, доктор Живаго, да? Роман, доктор Живаго, вот. Выключите музыку. Александр Солженицын, Маковский. Так. И так далее, да? Андрей Битов, Зайцев, Подосаевич, Иванов, Шмелев, вот, который я вам рассказывала. Бродский, Соколов, Довлатов, Аксенов, Лимонов и Войнович. Видно, да? Да. Так, пик публикации возвращенной литературы пришелся на 1990-е годы. Да? Мы уже к середине 90-х. Да. Низкопробные детективы, книга Киллера новорожденных писателей стала наиболее читаемыми. Угу. Так. Какие у вас вопросы появились? Или все понятно? Все понятно. Все понятно? Даша, домашнее понятно. Задание, ребята. Домашнее задание. Прочитать роман Пастернака «Доктор Живаго». Очень интересное произведение это. Я вам предлагаю прочитать. Как раз у вас есть время, да, сейчас? Попробовать сочинить стихотворение про возвращенную литературу и сделать сообщение о Пастернака и Мандельштама. Можете презентацию, если хотите. И подобрать материал о писателях и эмигрантах. У вас у всех есть интернет, да? Можете подобрать материал о писателях и эмигрантах. Слышно меня? Да, да. Да, слышно. Мы поняли вас. Понятно, да? Да. Если все понятно. До свидания, ребята. Урок окончен. Увидимся до свидания. В следующих уроках. До свидания, ребята. До свидания. До свидания. Папа. Так, сколько участников? Thank you.